Итак, наши оба файла готовы к слиянию. Снова нажимаю Data, Merge File, Add Variables. Снова выбираю предлагаемый открытый второй файл SocDem. Соглашаюсь. Как вы видите, нет переменных, имена которых совпадают. Все хорошо, можно запускать. Проверяем. Все удачно. Во вкладке Variable View смотрим, действительно, новые переменные добавлены в анкетный файл. Проверяю по наличию данных. Прокручиваю во вкладке Data View. Действительно, данные из файла SocDem появились в нужном месте. Проверяю согласованность идентификаторов. Для этого я выделяю все вопросы до начала демографических, социально-демографических вопросов и сжимаю максимально. Как вы видите, полное соответствие идентификаторов. Файлы успешно соединены.